Притча. Что такое миссия? Ученик шел рядом с учителем по песчаному пляжу. «Что же такое миссия?» – спросил ученик учителя. «Это мои обязанности на земле? То, что я должен делать, и тогда я заслужу любовь людей и Творца?» «Нет, это не твой долг. Это то, что ты любишь и желаешь делать. В поисках любви человек часто начинает выполнять действия не потому, что этого желает, а ради одобрения ближнего. И через эти одобрения он пытается получить порцию любви. Но это не имеет ничего общего с истинной любовью. Чем дольше человек двигается по такому ложному пути, тем сильнее он отдаляется от настоящей любви». «Я понял», — ответил ученик. «Миссия — это то, что я люблю делать всегда?» «И опять не совсем так», — сказал учитель. «Если ты будешь рассматривать миссию как некое однозначное, однообразное действие, которое ты обязан любить всегда, то ты лишишь себя самого главного дара – свободы выбора». Переставь слова местами. Миссия – это то, что человек всегда делает с любовью. Ты видишь, что смысл полностью изменился. Человек может делать много разных дел в течение своей жизни, но если они сочетаются с его миссией, то его действия будут наполнены любовью, и он получит радость и удовлетворение от этого. А с вами была Юлия Жукова. Подумайте над этим.